закапсулированный ваш зажим непроработанный, который только сейчас набирает обороты. Я бы вам все-таки рекомендовала его как-нибудь либо проработать самостоятельно, либо обратиться к тому специалисту, которого вы чувствуете, что может вам помочь, иначе это может вылиться в какую-нибудь неблагоприятную болезнь. Вот. Рима суперорганизатор. Так, еще. Так, 40 дней – это на будущее, какие критерии отбора? Ребят, я сделала рил как раз, и многие мне тоже по нему написали, где я сказала, что есть вероятность перехода в автономию за 40 дней. Это действительно можно сделать, это действительно несложно, я еще раз повторюсь, сложно там закрепиться в автономном режиме. И какие критерии? Да, это на будущее, то есть это не сейчас будет этот ретрит, если он вообще будет, 40-дневный переход в автономию. И какие критерии? Мне нужно понимать готовность людей, потому что многие пишут, что я хочу перейти в автономию, я готов. И когда я начинаю с человеком беседовать, я понимаю, что он просто хочет уладить свои какие-то временные потребности, решить текущие вопросы, но не готов в этом состоянии прожить какой-то продолжительный период своей жизни. А это очень важно, потому что когда вы переходите в автономию, в автономный режим, в автономном процессе, у вас меняется абсолютно все. У вас меняется восприятие внутреннего и внешнего мира. У вас меняется восприятие того, что происходит вокруг вас. У вас меняется мироощущение, у вас меняется восприятие звуков, запахов и абсолютно всего того, что вы делали до этого, все то, что вы ощущали до этого, это уходит на задний план. Вы абсолютно полностью перестраиваетесь. И не каждый готов к этому, потому что вы должны понимать, что все, что было до автономной жизни, до автономного сознания, оно уходит на задний план. И, возможно, даже какие-то близкие, дорогие вам люди, они тоже останутся там, в той жизни. И поэтому мне нужно четко понимать, насколько люди готовы. Либо они просто хотят вот это вот новое какое-то ощущение, как съездить в какой-то там, на какой-то новом аттракционе покататься и потом забыть. Нет, это действительно для нашего организма такое достаточно сознательное и достаточно объемное значение имеет этот переход. И когда мы в состоянии перехода, потому что перейти в автономный режим, это будут свои процессы. Будут свои процессы не менее 2 лет. И если вы хотите просто побаловаться, то это, конечно, не тот вариант. Если я буду понимать, что большинство людей не готовы, а готовы только именно на словах, а на действиях это им сложно сделать по каким-то причинам, то, наверное, нет смысла тогда в таком будет длительном ретрите и трудоемком. Просто я буду идти своим путем, а люди, которые будут на какой-то период заходить для оздоровления, это тоже хорошо, но у них будет свой путь.